Было еще интересного, так что жизнь тяжелая, но безумно интересная. Потому что только что вот два разных Дон Кихота. Спектакль я станцевала, и он прошел очень хорошо. Мы танцевали с Иваном Васильевым, практически не репетировали, но прошло все очень хорошо. И когда спектакль этот закончился, я подумала, да, была сложная ситуация сейчас, было очень тяжело, но все получилось, и, наверное, это в какой-то степени профессионализм. В Питере уж безумно, тебе хочется и домой пойти, и с мамой поговорить, и в кино сходить.